Свободные деньги из городского бюджета опять положат на депозит. В этом году средства держали на двух государственных банках. Размещать их теперь можно будет только после проведения конкурса. Значит, в этом году у нас решение было до 600 миллионов. Мы предлагаем до 700 миллионов, но это не говорит, что это будет 600 или 700. Это будет по факту наличие временно свободных средств. Отмечу, уже сейчас прибыль городского бюджета от депозита составляет около 70 миллионов гривен. Тем не менее, в мэрии планируют взять два кредита. Миллиардные от ЕБРР и от Укргазбанка. Но суммы еще не определились.